Объект SCP-2256. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Информация о SCP-2256 подвержена постепенному распаду антимиметической природы. Распад протекает с различной скоростью в зависимости от уровня подробности, точности информации и физической сложности информационного носителя. Углубленные научные работы, фотографии и информация, хранящаяся в электронном виде, распадаются быстро. Общее описание, карандашные наброски и бумажные документы распадаются медленно. Таким образом, эта электронная запись в базе данных должна описывать SCP-2256 только в общих чертах. Подробная информация о внешнем виде SCP-2256, предполагаемом эволюционном происхождении, биологии, питании, поведении, вокализациях, жизненном цикле, интеллекте, экологической нише и культурном значении, должна храниться в печатном виде в хранилище 1.0.53 зона 19. Скорость распада обоих хранилищ данных должна тщательно отслеживаться, хотя в настоящее время и не существует методов его остановки или обращения. Хотя его антимиметические эффекты сохраняются и соответствуют классу Евклид, сам по себе SCP-2256 является вымершим и не требует никаких особых условий содержания. Описание. SCP-2256 – Cryptomorphia gigantis. Это вид гигафауны, являвшийся эндемиком южной части Тихого океана в районе островов Полинезии. SCP-2256 был одним из немногих описанных видов, которые развили зачаточную перцептивную антимиметическую маскировку, делавшую практически невозможным восприятие или запоминание SCP-2256 другими живыми существами. Согласно теории, эта адаптация возникла для избегания хищников. SCP-2256 были крупнейшим видом живых существ, когда-либо обитавших на Земле. Похожие на веретенообразных вертикально вытянутых жирафов или брахиозавров, взрослые особи этого вида достигали более 1000 метров в высоту. Они весили не более 4 тонн, при этом большая часть их массы была замаскирована очень сложной адаптацией. С их широкими тарелкообразными ногами они были способны ходить прямо по поверхности океана, не погружаясь. SCP-2256 перемещались по океану в одиночку или насчитывающими от 2 до без малого 2000 особей. Они неохотно приближались к суше, особенно к населенным островам, оставаясь, как правило, в более чем 30 километрах от берега. Из-за их высоты они были видимы на горизонте с этого расстояния. Обнаружение. Полинезийские аборигены с острова Майкити использовали вещество под названием теококоа для развлекательных и религиозных целей. Будучи умеренно галлюциногенным, это снадобье имело мнистические свойства, подавляющие антимиметические эффекты и дающие возможность легче увидеть и запоминать замаскированные подобным способом существа. Таким образом, только майкитийцы в течение сотен лет могли видеть SCP-2256. В майкитийской мифологии SCP-2256 считались бродячими духами, которым боги поручили поддерживать горизонт, чтобы небеса и вода никогда не смешивались. Они характеризовались как благодушные и дружелюбные, но неразумные и часто не справляющиеся со своими обязанностями, что приводило к бурям и тайфунам. Их называли полуангукуа, те, кто ходит очень медленно. В 1991 году внутреннее биохимическое исследование показало, что теококо имеет сильное химическое сходство с используемыми в фонде мнистическими препаратами класса ВВ. Антропологу фонда было поручено проверить майкитийскую легенду, в результате чего он стал первым посторонним человеком, наблюдавшим SCP-2256. Для изучения существ на острове был в срочном порядке наблюдательный. Рутинная оценка условий содержания показала, что SCP-2256 являются безопасными и не требуют особых условий содержания или отдельных секретности. История. Сразу же выяснилось, что особи SCP не могут быть запечатлены на фотографии.
Негативы фотографии этих существ постепенно становились прозрачными несколько минут. Аналогичным эффектом распада были подвержены видеокассеты, аудиозаписи, целлюлоидная кинопленка, цифровые и электронные сканы. Команда наблюдения вскоре вернула большую часть своего оборудования на склад и приступила к использованию карандашей. В то время считалось, эти записи будут в действительности постоянны. Популяция SCP-2256 немного снизилась в 1992 и 1993 годах, а затем резко упала в 1994. Наблюдалось сочетание факторов – болезни, бесплодия и коэффициента мертворождаемости. В 2002 году был разработан генератор поля, способного проникнуть за антимиметическую SCP-2256 и нейтрализовать ее, что позволило сделать фотографии стандартными средствами. Первая и единственная съемка SCP-2256 крупным планом мгновенно убила его. Из этого был сделан вывод, что прямое наблюдение SCP-2256 губительно для... Эта адаптация, как полагается, возникла в качестве средства обнаружения хищников, точно так же, как антимиметическая маскировка SCP-2256 защищала их от этих самых хищников. Использование генератора поля было немедленно прекращено, но впоследствии было высказано предположение, что продолжающееся пассивное наблюдение особей фондом было достаточно значительным, чтобы оказать вредное воздействие на SCP-2256 и было тем, что привело вид к вымиранию. Сильно разделились мнения достоверности этой гипотезы по поводу, насколько тщательно ее необходимо проверять, и по поводу того, что делать, если она окажется верной. Были несколько крайних мер, в том числе уничтожение для сохранения информации и полное стирание собственной информации ради сохранения 2256 как вида. Окончательных выводов не... В 2003 году уровень наблюдения за SCP-2256 был значительно снижен, и фонд приоритет сбора данных в пользу анализа уже... Тем не менее, популяция SCP-2256 продолжала... Последняя особь умерла неподалеку от Тикалуа 30 октября 2006 года. В 2010 году обнаружено, что антимиметический маскировочный, также характеризуемый как распад или коррозия, распространялся на бумажные документы о... По данным на более 60% документов, являются... даже с сильной дозой мистических препаратов. Эффект также о данном SCP, несмотря на экранирование и резонирование в системе. Поскольку SCP-2256 вымерли, сбор новых об не представляется возможным. Согласно приблизительным, полное поражение документов произойдет в течение 3-8 лет. Уважаемые зрители, спасибо всем, кто поддерживает нас материально, кто спонсирует нас через Patreon или становится спонсором нашего канала на YouTube. Только с вашей помощью мы снова можем делать большие ролики с гораздо большим количеством артов.